В этом учли мы полностью здесь. Когда мы получаем такой результат, когда я буду... Степь за реальную работу и вклад в молочную отрасль. Конечно, сегодня инвестиции должны быть в молочную отрасль, чтобы молочное стадо росло, чтобы семейные фермы создавались и тоже росли, чтобы господдержка была и тоже росла. Потому что, безусловно, сегодня животноводство без господдержки никак. Такие подобные фермы, предприятия, рабочие места – раз. Гарантированная зарплата – два. Налоги – три. А самое главное – это развитие территории, развитие села. Это жизнь просто на селе. Вот что сегодня нужно. Вот эту возможность нужно снова дать. На селе возможность не просто работы, а выбора рабочего места. Власть должна обеспечить. Нам не удастся пожать.